Алкоголь. Миф первый. При помощи алкоголя можно согреться. При употреблении алкоголя создается состояние общего ослабления. Человек начинает ощущать воображаемое тепло. На самом деле это всего лишь раздражение слизистой оболочки желудка. Если на рану налить спирт, она начинает краснеть и печь. То же самое происходит и с желудком. Возникает состояние призрачной согретости. Снаружи мороз, внутри печет. На самом деле у человека пропадает чувство боли и холода. Чаще всего именно в таком состоянии люди отмораживают себе конечности, пальцы, уши и носы. Все в твоих руках.